Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас Димочка будет делать открытку бабушке на Новый год. Да, малыш? Мама уже, в принципе, все подготовила. Не знаю, на сколько частей она выйдет. Посмотрим, как сейчас пойдет дело. Димочка взял свой коврик. Он застелен у меня штучкой, что она легко просто моется, поэтому я застелила. Она немножечко отсвечивает. Ну, ничего страшного. Так, значит, что нам понадобится? Нам понадобится лист плотный. У меня для акварели. А с этой стороны интересная фактура у него. Давайте покажу. Так, видно? Нет, не видно. Мы его с вами складываем пополам. Пополам. Уголок к уголочку. Да, надо было это все заранее сложить. Ну, ладно. Подожди. Вот. Ты его держишь там, что ли? Вот. И вот так вот. Так. Берем какой-нибудь предмет. Вот так вот. И разравниваем его тут. Немножечко неровно получилось. Ну, ладно. Вот, и у нас с вами получается уже в какой-то степени открытка. А здесь я хочу Диме предложить просто нарисовать. У нас есть цветные карандаши, вот такие вот. Бери любой карандашик. Да, и здесь просто нарисовать фон. Вот. Наверное, даже давай вот с этой стороны. Его нужно на него посильнее нажимать. И вот так вот кто-нибудь рисует. Давай, просто фон. Сильнее нажимай. Давай, это будет у нас с тобой фон с этой стороны. Так, ну вот мы с вами нарисовали фон, где-то я Диме помогла, потому что с карандашами он очень плохо дружит, как и я, в принципе, я их терпеть не могу. Вот, это у нас фон с этой стороны будет, и пока что мы уберем нашу открыточку, мы уберем и займемся мы вот такими вот, у меня есть палочки, их тоже нужно раскрасить. Ой! Водики. Линейка упала. Тоже их нужно раскрасить, но мы их будем раскрашивать фломастерами. Давай, выбирай любые фломастер. Синий, да, выбираешь? И нужно раскрасить его. Бери его правильно. И вот так вот его нужно раскрасить. Вот, не знаю, сколько штук их там получилось, но их получилось. Такие вот у нас треугольнички. Вот, сейчас мы их пока что уберем в сторону. И у нас есть такая же еще одна полосочка. Здесь мы с вами сделаем круговые движения. Эту пока не трогай, она нам не понадобится, наверное. Вот, чем мы, каким будем фломастером? Выбирай. Выбирай, какой розовый? Давай розовенький. Давай, открывай. О, да ты сам все умеешь, да? Мы будем вот такими вот круговыми. Вот так вот. Круговые.
Наклеиваем. Да, но нужно сначала нарисовать маленький кружочек, что мы как раз сейчас и сделаем. Котик. Да, кружочек. Котик. Кружочек. Так, возьму я котик. Синий фломастер. Синий. И вот тут посерединке. Сделаю кружочек такой. Кук! 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 Угу. Круг получился, да, Дим? Так. И по периметру этого кружочка, твоя голова не мешает, мы будем клеить вот так вот, вот эти цветочки. Да? Мы их вот так делаем. И вот так вот наклеиваем. И потом вот такой вот. Или те сначала. А эти у нас цветочки будут? Не, я думаю, их тоже надо, Дим. Вот. Ты будешь с этими? Ну, давай. Прям клади его вот сюда. Вот так вот клади. Вот. Я уже вмазалась. Давай. Вот так, давай. Давай, давай, сам. Не-не-не, вот сюда вот. По кружочку. Ну ты его мало намазал, Дим. Поэтому тебя не держится. Так, вот у нас хорошо получилось, да? Окей. Теперь, что нам теперь надо? Теперь нам надо цветочки обклеить. Да подожди ты. Подожди. Ой. Здесь у нас с тобой должно быть что? Палочка. Вот она, палочка. Сейчас мы ее зелененьким надо было изначально делать. Зелененькая палочка и есть цветочек, один цветочек, лепесточек, вернее, лепесточек, и так вот второй. Мы его тоже будем сейчас с тобой обклеивать вот этими. Берешь так вот, ой. И вот так вот, вот тут приклеиваешь на контур. На, Дима, Дима, не отвлекайся. Дима, Дима, давай, вперед. Отвлекается. Нету, нет, нет, вот эти вот, вот эти. Ты какой берешь-то у меня? Не те, говорю тебе, вот эти. Те уже пока подожди. Кей, кей. Вот эти вот, давай. И лепесточек обклеивай. Сюда, да? А что ты ее не приклеил-то? Thank you.
Красиво стало? Да, все-таки не хватает вот так вот сделать. Что, испачкался? Во, смотрите, как красиво во получается у нас, да? Так, и здесь у нас остается тоже цветочек. Здесь я подумала, наверное, мы сделаем ему зеленые глаза. Нарисуем. Ты что, писать хочешь, что ли? Просто, наверное, сделаем вот так вот глазки. Зеленые глаза синими точечками. Вот так вот. И красной улыбкой. Вот так. Это будет у нас смотреться, да? Как красиво, да, малыш? Да, красиво. А здесь еще пока белое. Это мы с тобой только начали. Так, здесь мы с вами... Что же мы с вами будем делать здесь? Дима, Дима, эти, Бабе. Бабе, да. И здесь она у нас так закрывается. Здесь я напишу пожелание потом Бабе, да? А с этой стороны мы с тобой сейчас просто отклеим вот этими вот. Кем? Да, вот такими вот бумажечками они у нас есть. И обклеим. Изначально хотела здесь сделать окошко, но я хочу, чтобы это осталось сюрпризом, то, что там внутри есть. Мы обклеим с тобой просто сейчас вот такими вот штучками. Мама их уже заранее вырезала. Вот они есть. Так, это вот у нас кусочки остались. Такие вот. У нас... Так, это что такое? Это тоже кусочек. Вот это кусочек. И вот это. Если не хватит, мы сейчас еще сделаем. Да. Вот, мы с тобой будем их сейчас вот так вот обклеивать, смотри. Так, ну вот смотрите, у нас получилась такая штучка. Да, давай пока его закроем. Тут Дима еще доклеил. А получился у нас как ободочек вот здесь такой, как какая-то фоторамка. Рамка. Да, фоторамка. И сейчас нам надо подумать, что же мы будем делать в серединке. Потому что как раз получается, что она открывается вот так у нас, да? И тут вот такой красивый цветочек, сделанный своими руками Димочки и мамочки. Да, малыш? Ай, не надо их трогать.
Там с той стороны у нас будет пожелание, а здесь вот что-то надо тоже такое вот интересное придумать. Да, как говорила изначально, я хотела сделать просто вырезать вот это вот, и чтобы там было видно. Но сейчас я хочу сделать что-нибудь другое. Мы уже тут все попереклеились, да, малыш? Сейчас у нас все попали тут. Да, наверное, мы с тобой просто сейчас приклеим разные треугольнички здесь. Ой. В разнобой. Это будет делать, наверное, Дима. Да, малыш? Давай, ты... Так, сейчас подожди, сначала я... Марин? У нас даже чуть-чуть осталось здесь эти вот. Здесь. Получилась у нас такая работа. Не надо это отклеивать. Дима! Ну, чуть-чуть. Вот, потом я приклею. Дим. Так, получилась у нас вот такая вот интересная работа, а-а-а, да? Это у нас получилось, я пока мы делали, уже составила небольшое, не четверостишье, а небольшое поздравление. У нас получается здесь цветочное небо, здесь созвездия какие-то непонятные, которые я старалась, чтобы Дима клеил сам, либо ему помогая, если у него не приклеивать, я приклеивала на то место, которое он хотел приклеить. Вот, не надо отрывать теперь все, Дим. Вот, тут я свою уже сама приклеила, вы видели, наверное. Вот, и тут получается разноцветные, они разные. И травка, и все такое. Травка. Дима, ну что ты там? И травка, да, цветочки у нас, перевернутый даже тут цветочек. Вот, уже позже заметила. Такое вот. Не знаю, может быть, у меня еще придет в голову, если что-то придет, я запишу. Сейчас уже Дима немножечко устал, утомился у нас. Вот, давай я это уберу. Вот, и, конечно же, у нас получается, открываем мы. Открываем. И вот он у нас цветочек. Здесь у нас будет поздравление. Так, ну вот смотрите, открытка, которую с Димой мы делали. Здесь Дима наклеил треугольнички. Вот. А здесь вот я написала пожелание. С Новым годом, 2020. Дима дарит тебе созвездие цветов. Найди в них будущее. Вот и получается, вроде как созвездие, ну как вроде не звезды, не совсем уж прям так звезды, но что-то похожее, подобное. И получается цветов, то есть цветы как бы есть и цвета. Вот Дима это все клеил сам, вы видели. Вот. Я считаю то, что делал ребенок как-то в разнобой, в этом можно найти какой-то смысл, что-то интересное. Вот, потому что все-таки это ребенок, взрослый, он будет как-то делать это все совершенно по-другому. Так, здесь тоже Дима сделал все сам. Я немножко еще тут подкрасила, чтобы было видно, что это лепесточки от цветка. Здесь Дима, мы с Димой вместе фон делали. Вот.
Ну, вот эту вот, конечно, я наклеила. Хотела ее еще пропитать запахом Нового года, но, к сожалению, забыла. Здесь я еще вот прошла лаком для ногтей. Как-то оно так вот красивее даже стало. Ну и наклеила пандочку, это от конфетки. Вот. И также здесь я хочу еще нарисовать снежинки. Я думала нарисовать домик, маленький пейзаж. Но я думаю, это уже будет слишком лишнее, потому что здесь картинка, здесь что-то, и здесь что-то уже. Да, и вот тут я подписала бабушке Ире, мама и Дима. Там 17-12 мы начали. Где-то как раз около этой цифры, я сейчас точно уже не помню. И просто я сейчас вот тут вот нарисую маленькие снежиночки. Вот так вот. Тоже так вот попробую в разнобой сделать. С этой стороны довольно интересно смотрится, мне нравится. Что-то такое ярко, красивое, летнее, необычное. Ну, для поделки маленького ребенка с мамой, в принципе, это нормально. Я думаю, это даже довольно хорошо для ребенка 2,5 лет. В конце концов, он старался его, и вот тут вот клеил сам, и здесь сам. Ну, здесь, конечно, ему помогла, потому что у него он не может найти общий язык с карандашами, он никак не понимает, что надо нажать сильнее. В принципе, я тоже не общаюсь с цветными карандашами и терпеть их не могу. Вот, поэтому пришлось немножечко помочь. Вот, но получилось довольно красиво. Спасибо, что вы были с нами, что вы смотрели. Может быть, вы тоже сделали такую подделку. Может, не знаю, напишите в комментариях, делали вы или не делали. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. С вами были я и Димочка. Димочка сейчас уже, к сожалению, спит. У нас ночь. Вот. Смотрите наши другие ролики, наши обзоры, влоги, как Димочка живет. И всем пока-пока.